Всем привет! Сегодня я буду утеплять шапку. У меня уже есть подобный мастер-класс на моем канале, но сегодня я пойду по более легкому пути, которым с вами поделюсь. Для этого я возьму шапку, которую уже не ношу, и буду использовать ее подклад. Итак, если у вас есть старые шапки, не спешите их выкидывать. Возможно, они вам еще пригодятся. Итак, вот такой флисовый подклад у меня имеется. Естественно, он подходит под мою шапку, потому что он моего размера. Я вкладываю подклад в шапку, распределяю его внутри. И для того, чтобы он не сдвигался, я буду закреплять его булавками. Обратите внимание, что я закрепляю подклад так, чтобы он находился на 1-2 см внутри шапки, для того, чтобы с лицевой стороны потом его не было видно. После этого я пришиваю подклад ниткой с иголкой, обычными стежками. Ну вот, собственно, на этом мастер-класс и закончен, а я буду примерять шапку. Теперь она теплая, и моим ушам не грозят никакие ветры и морозы. Спасибо, что досмотрели этот мастер-класс до конца. Всем отличного настроения!